9 мая в парке культуры и отдыха имени Александра Сергеевича Пушкина прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». Почтить память солдат, что подарили потомкам мирное небо над головой, пришли глава района Адам Джерим, председатель районного совета Владимир Захарченко, депутат законодательного собрания края Андрей Куемжиев, а также работники служб, представители казачества и духовенства и благодарные жители. Низкий поклон героям за чистое небо, мирную жизнь и веру в свой народ. Дорогие друзья, желаю всем мира, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших домах всегда будет согласие, взаимопонимание и душевное тепло. С праздником, дорогие земляки! С Днем Великой Победы! В этот день мы отдаем долг памяти ветеранам, ковавшим победу на полях сражений, труженикам тыла, всем тем, кто каждый день с самого начала войны ждал и приближал этот светлый день. Великая Отечественная война затронула каждую семью. Боль и грусть из-за потерянных жизней погибших солдат останется с нами на многие поколения вперед. Тем важнее говорить простое спасибо тем, кто остался жив, ветеранам и труженикам тыла. Тысячи красноармейцев погибли, защищая нашу родину на земле нашего района, в районе Ламбины. До сих пор мы хороним останки этих героев. Пока мы помним, пока мы живем, как нация, как народ. Пока будем помнить, пока и будем жить. Вечная слава героям! С праздником, товарищи! Посмотрите, какой подвиг совершили наши деды, прадеды, наши бабушки, которые в тылу, на поле сражений воевали и защищали нашу с вами родину и отечество. Они принесли себя в жертву ради того, чтобы были счастливы дети и внуки. Память всех погибших почтили минутой молчания, а после возложили цветы к вечному огню.